Антошка, Антошка, пойдем копать картошку. А, Антошка сегодня не в настроении. Обиделся на меня на что-то. На что ты на меня обиделся? Сегодня такой небольшой туманчик и большая роса. Прям очень большая. Тебя можно провести, Антош? А? Чё ты от меня тогда убегаешь? Антоха пошел, будет там сам ждать автобус, а я пошла домой. Доброго утра, так круто, когда солнышко светит. Опять тут собачки. Мы шли, сейчас две собаки на нас гавкали. Слушайте, а мне вот эта вот ягода нравится. Роса, роса, все в росе. Все очень красиво. Вот они какие. Это, я забыла, как называется. Ну, как бы я как будто бы знала, но забыла. Но они просто красивые, ими любоваться. Вот. Ага, меня с ягодами не видно. Вот теперь видно. Вяжем петрушку. Гриша нам читает. Илья Муромец и Соловей-разбойник. Да? Повесть. А, у нас сегодня клубника. Подожди, Гриша. Сегодня нам тетенька одна, Оля Харченко же, привезла клубничку. Она, помимо того, что ароматная, так еще и сладкая. Даже слаще, чем была летом, представляете? Так что... Антоха даже борщ почти не ела, ест теперь клубнику. Нет, мам, попробуй большую. Давай, давай. Она еще лучше, да? Большую еще лучше. Обед у нас борщ. Это твой борщ, как острый лук делает? Это или это лук такой острый? Не знаю, сало, еще сметанка, в общем, все как лук всегда. Ты ел его? Только пойди, пожалуйста, зубы теперь почисти, а то тебе сейчас в школу идти, будешь там пугать. Гречные зубы. Но зубы все равно надо почистить. Антоха тут смотрит какой-то мультик, китайский, японский какой-то, не знаю. Про футбол, короче, да? 11 молний. А, ну что-то это про футбол, в общем, у нас сейчас все про футбол. Это вы через интернет его включили, да? Да. Гриша почему-то Вот как не поссориться с Гришей? Скажи, вот можно перелезть? Можно перелезть. Ладно, пойду перелезать. Я тебя не слушаю. Так, сменку бери. Зачем? Ты там не перебываешь. Почему? Сейчас можно не перебывать. Что, вырос, что ли? Да. Да. Ну давай тогда оставляй ее тут. Надо черные, правда, кроссовки. Не, лучше в этих, короче. В этих на физкультуру зато можно остановить. Давай, не давай, Григорий, ты хочешь опоздать? Да! Гриш, да, ты да. Начинаешь меня нервировать. Ну как же? Кстати, ты обещал три чубика. Ты обещал три чубика. Когда сейчас? Нет, вчера. Хорошо, вчера уже прошло. Давай, иди. Ну, я, ты Гриш, сказала, что ну, будешь завтра. Гриш, давай, ну, подожди, подожди, еще немного. 12:49. Ты в 12:50 хочешь пойти? Подожди. Сейчас уже буду готовить ужин. У нас тут такой хорошенький сюрприз от родни, от нашей. В общем, мама заказывала индейку, и они нам тут половину индюшки, представляете? Тут, не знаю, целая ляжка от свиньи получается. То есть очень много, большой кусочек. Я порезала немножко мяса. Сейчас хочу его сделать, знаете, вот как я делаю на сковородке с фасолью. Вот у меня здесь чуть мяса. Будет соленые огурцы, лук, морковка, томатная паста, сметана и фасоль из банки. В общем, такое непонятное что-то и первое, и второе. То есть там будет и юшка.
Вот моя индюшечка жарится. Посолила ее, поперчила. Чистила морковку одну небольшую, лук и чесночок. Сейчас это тоже буду все обжаривать вместе с мясом. Я уже овощи сюда добавила. Соленые огурчики, болгарский перчик, замороженную морковку кубиками порезала, лук и осталось еще фасоль из банки добавить. Сейчас посмотрим, что мне откроется, потому что у нас фасоль без наименований. То есть я даже не знаю, белая там будет или красная. Мне нравится красная в собственном соку. Белая в томате мне не нравится, она бывает очень острая. Ну, сейчас пойду возьму баночку и посмотрим, что из этого получится. Вот у нас тут баночки фасоли. Видите, это все бондюэль. Ну, вот где-то вот такая баночка попалась. Сейчас посмотрим, что вот это вот. Это РП. То есть я смотрю на буквы, и то они иногда меня подводят. Если вот это G, то это горошек. Вот это должна быть фасоль. RHR. Ну, посмотрим. Сейчас пойду ее открою. Вот эта фасоль, действительно, которая вот крупная, красная, в собственном соку. И я сейчас ее промываю. Я всегда ее мою прям под дуршлаком. Вот она какая получается. Обалденная красная фасолька. Я ее тоже буду сейчас добавлять. И все это без... Она просто в собственной заливке. Там соль, сахар всего в составе. Соль, наверное, даже. И, в общем, сейчас это все добавлю сюда, к индейке. И буду уже добавлять водичку, томатную пасту, немного сметанки и немного воды от огурцов. То есть это а-ля такая, знаете, солянка, сборная солянка. И чтобы это потом потушилось, покипело. Вроде бы все добавила, немного рассола из-под огурцов. И вот это все теперь будет тушиться на медленном огне, не знаю сколько. В общем, буду смотреть по... Тут практически все готово. Мясо немножечко доготовится и все. И хочу еще зелень и чесночок добавлю уже в конце. И все. Вот такое вот блюдо. Именно вот такое оно. И первое, и второе. То есть все равно в глубоких тарелках, но это и не суп, знаете, и не второе, что-то среднее. Но нам такое нравится. Хлебушком макать. Вьюшку, в общем, такое для разнообразия. Такой вот ужин. Мы все довязали. На сегодня все. Щавелек у нас сегодня. И петрушка, и все. Больше ничего. А почему я вам давно не показывала палисадник? Потому что тут нечего показывать. Он вроде бы зеленый, но весь в траве. Летом вообще тут ничего не росло, потому что засуха у нас была. Сейчас растет, но одна трава. Единственное. Я, кстати, вот сегодня мне прям стыдно стало. Я уже начала прорывать. Вот одну штуку эту нарвала. Здесь единственное, розочки цветут красненькие. И вот этот вот холодок. А кто-то писал, да, что это... Забыла, как это даже называется. Спаржа, вот. Да, когда всходит, прям спаржа. Я не знаю, она съедобная, несъедобная. Какие у них есть виды вообще. Можно ее есть с весны, заламывать и есть. Но вот так вот это все смотрится красиво. Ну, вот тут уже, конечно, все желтенькое. Осень все-таки есть. И розочки нужно тоже обрезать. И обрезать, в общем... Взялась за палисадник, хотя бы каждый день по чуть-чуть, знаете, это лучше, чем ничего. И сейчас пойду вынесу всю эту мисочку, что это, ведро, не ведро, в общем, что-то такое. У нас груши какие. Мама! Угу, бабушка с дедушкой их положили, чтобы они дозревали, и вот одна, конечно, не успела дозреть. Но вот эти очень вкусные. И Антоха даже взял грушу.
Хотя сейчас я ему предлагала, он ее не хотел. Но я говорю, один разочек откусите, молодой человек. Ну и как? Сладючая, да? Компот наливать? Классно, что папа приехал, да? Хоп! Опа! Мама, давай. Мы вдвоем будем с папой на воротах. Давай, мы вдвоем, мама, мы с тобой. Давай, если я с камерой, то мы втроем считаемся. Да, есть, хватит тут. Вы только сильно не бейте. А то маме тогда придется новый телефон покупать, да? Опа! Давай, папа! Гол! Мама, пас, видишь, какой? Офигеть! Мама умеет играть в футбол! Офигеть! Сборная! По хоккею, да? По шахматам, наверное. Давай, папа, оттуда давай! А, чего оттуда? Это невозможно! Это давай, нападай! Мама, пас. Я? Конечно. Антоха, давай. Мама, мячик. Мама, пошла. Ай. Ай. Давай, Антоха. Ой, мне ж надо на ворот остановиться. От кого ушел? А что теперь будем делать? А тебя. А себе гол засчитывается же? Мама? Еще? В волейбол будем играть. Мама? Ой. Мама, пас. Ух ты, ух ты, ух ты. Опа. Опа. Молодец. Мама. А. 2-0. Сейчас я камеру положу. Папа, мне сейчас пришла смс-ка от спортмастера. Ну, мы же там покупали все там, да, к школе. И что у нас сейчас на карточке там 2000 рублей. Это нам нужно купить что-то на 6 тысяч, чтобы заплатить 4. Сучки, какой-то это лохотрон. А если мне не надо ничего? И я сразу вспомнила про этот футбол, знаешь. Но не про этот футбол. Папа, ты так сразу прикрылся, как будто еще детей хочешь. Хочу. Да? Ну. Давай, Антоха, ты молодец. Что ты? Да? Рексик, ты играешь? Ой, нифига себе. Ты тоже играешь, Рекс? Ты что, тут травку искал? Ай-я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 й-
Я даже не помню. Два года, да? Второй, наверное, это? Полтора, наверное, да? Принимай! Иди гуляй. Молодец. Иди гуляй. Только мячик с собой заберу. Иди гуляй. А ты ещё говоришь, что... Где Афоня? Подождите, покажись мне, Афонь. До дома носить дрова, какая тебе разница? Афонь, покажись мне. Афоня.
Афонь, покажи как маме. Шона, блядь, какая классная. Да, Афоня тут наряжается. Может, она на Григория, но Григорий, ты понял. Да ты чё, она на Антоша. Застегни, Антоха. Классная куртка. Калюня, а тебе что делать? Тебе что делать, мой мальчик, а? Я хотела не носить. Ну, одевайся, иди, бабуля поможет. Ну да, ты сам? Афонь, ты куда? Калюня! Белый вин, черное ухо, Афонь. Где он это делал? Где ты разбумался? Да вот же шлепки. Отвори у него. Григорий, дай тебе девчонки вам. Нет. Вот уже какой Генри вырос вообще. Покажи, поставь. Да папа уже видел, поставь, я засниму. Тохи еще у Чипа ничего нету, но он слишком влажный. Посмотри, какой он мокрый. Ты его не залил случайно? Покажи, Афонь, своего Генри. Генри вообще нам уже тут листики выпустил. Ты что, он раньше посадил его? Вот я эту землю чуть-чуть обогребаю. Угу.